день, меня зовут Наталья. Я работаю риэлтором в компании «Орион». Хотелось бы рассказать про Аляки Мелену, с которой я уже знакома 5 лет. Первоначально я к ней пришла, чтобы решить свои вопросы со здоровьем. Я всю жизнь занимаюсь спортом, и без движения, без спорта мне как бы жить не могу, не представляю свою. Поэтому пришла к ней на гимнастику сначала. Когда в процессе занятий гимнастикой выяснилось, что Лена, кроме этого, занимается множеством других вопросов, решает вопросы и не только со здоровьем, но и с отношениями, с бизнесом, с деньгами, с отношениями между детьми, с отношением с мужчинами, ну, как бы семейные вопросы, все родовые вопросы. И мы постепенно с ней начали решать те вопросы, которые меня интересовали в моей жизни. А это были, ну, как у каждой женщины, наверное, вопросы с детьми были, не совсем решенные. Мы эти вопросы с Леной прорешали. Сейчас я очень хорошо общаемся с детьми. У детей стали меняться отношения с их как бы девушками. Старшему 27 лет, и он уже недавно женился, чему я очень рада. Младшему 22 года, он закончил институт и сейчас вот дружит с девушкой, собираются пожениться. Я с его невестами и женами уже своих детей уже тоже хорошо знакома, и мы с ними очень дружно общаемся. У меня у самой были отношения с мужчинами, и я после развода долго не могла найти достойную себе пару. Когда начала общаться с Леной, у меня начали меняться и какие-то мои внутренние психологические установки. Я вскоре познакомилась с прекрасным человеком, мужчиной. Мы с ним уже 5-й год вместе, практически столько, сколько я знаю Елену. Отношения настолько свежие, то есть несмотря на прожитые 5 лет, отношения свежие настолько, что кажется, мы с ним познакомились недавно, но при этом знали друг друга давно. Мы даже с ним дом сейчас вместе строим, вот насколько это все уже глубоко и надежно. Это говорит о глубине и надежности наших взаимоотношений. Кроме этого, у меня произошли изменения, очень хорошие изменения в профессиональной деятельности. До этого я работала бухгалтером. Работала бухгалтером уже практически 20 с лишним лет, но отношения в коллективе меня начали напрягать. И я начала задумываться о том, чтобы поменять работу. Кем и как поменять, я еще толком не знала некоторое время назад, но благодаря Лене я поняла, что мне нужно и кем я хочу быть. Теперь я работаю риэлтором. Я считаю себя профессиональным и достаточно успешным риэлтором. Работа мне очень нравится. Все, что мне не хватало на прошлой работе бухгалтером, я в достатке имею сейчас на своей новой работе. Я очень рада, что я знакома с Леной, я продолжаю с ней работать, и она мне продолжает помогать решать какие-то мои текущие вопросы в моей жизни, потому что жизнь не стоит на месте, жизнь меняется, мы меняемся, у нас появляются новые вопросы. Лена с успехом помогает нам их решить. Самое главное, у Лены комплексный подход ко всем вопросам. То есть она рассматривает человека не как, например, просто физическое тело, физическую тушку, а она рассматривает человека в целом, во всей его многогранности. Поэтому, начав решать вопросы со своим здоровьем, я по цепочке решила все свои остальные вопросы и продолжаю их с успехом решать. Очень интересная история моего знакомства с Леной. Один мой знакомый очень настоятельно рекомендовал ее как грамотного психолога и специалиста в решении многих вопросов жизненных. А я упорно сопротивлялась к ней обращаться. В итоге все-таки я пришла к Лене. Вот, и уже и не ушла, уже и осталась. Очень интересны ее поездки на Аркаим. Аркаим — это вообще отдельная песня. На Аркаиме
Москве, она инициировала меня на первую ступень Рейки. Это было в 2014 году, когда был юбилей Усуи. И мы поехали на Аркаим как раз, чтобы отметить его день рождения. Елена давала там прекрасные занятия и инициировала на первую ступень Рейки. Потом мне стало это интересно, я стала развиваться и получила еще несколько ступеней Рейки. Теперь у меня вторая Махатма Рейки. И я считаю Лену своим духовным наставником и очень ей благодарна за то, что она подарила мне такие возможности.